Здравствуйте! Впереди длинные выходные, отдыхать будем целых 3 дня. А значит, точно найдется время для культурной программы. А она в Самаре будет насыщенной. С вами Виктория Шара, и я расскажу, что и где произойдет в ближайшие дни. В субботу 11 июня на стадионе «Самара-Арена» стартует фестиваль «Самфест». На сцене выступят известные артисты, а также победители конкурсной программы, проведенной заблаговременно. Ведущими фестиваля будут Тутта Ларсен и Евгений Казаченко. В субботу выступят «The Hatters», Слава Марлоу, Айова, Сергей Бабунец. Программа стартует в 14 часов. В День России 12 июня в Самаре запланировано множество мероприятий. В областные музеи – музей Алабина, дом-музей Фрунзе, дом-музей Ленина, музей Модерна, исторический парк России «Моя история», художественный музей – все желающие смогут попасть бесплатно. В историческом парке «Россия. Моя история» с 11 до 18 часов пройдут экскурсии, мастер-классы и квесты. В музее Алабина самарцы смогут посмотреть экспозицию «Гордость земли самарской». На стадионе «Самара-Арена» продолжится фестиваль «Самфест». 12 июня выступят молодые артисты, рок-музыкант Вячеслав Бутусов, самарская инди-группа, Олег Митяев и группа «Артемьев». Театр камерной сцены 12 июня покажет спектакль «Алабин». Через 2 года исполнится 200 лет со дня рождения бывшего городского главы, почетного гражданина Самары Петра Алабина. А некоторые самарцы до сих пор не знают о его заслугах перед городом. 16 июня камерная сцена покажет спектакль в 2 действиях «Поединок Куприна». Повесть о юном подпоручике Ромашове, который страдает от неразделенной любви к жене своего сослуживца. 17 июня на сцене театра спектакль в 1 действии «Первая любовь» по произведению Бабеля. Юный гимназист Сашка мечтает влюбиться. Судьба предоставляет ему эту возможность, но в очень драматических обстоятельствах. 18 июня в Театре камерной сцены буду давать лирическую комедию «По дороге к страусам» Виктора Розова. Герой совсем молодой человек. Он оказывается в дороге без денег, встречает самых разных людей, и плохих, и хороших, и, конечно, свою любовь. 19 июня самарцам покажут комедию «Не сошлись характерами» по пьесе Островского. Обнищавшие дворяне мечтают о невесте с большим приданым и женят сына на богатой купеческой дочке. Вот такие яркие выходные нас ждут. Желаю вам хорошо отдохнуть и набраться сил перед новой рабочей неделей. Пока-пока!